Приветствую, Томас. Мистер Президент, good to see you again. Томас, я приветствую в очередной раз вас на белорусской земле. У нас сложилась уже добрая традиция обсуждать основные вопросы нашего взаимодействия в Европе. Я очень благодарен вам, организации ОБСЕ, за ту оценку нашей роли в плане безопасности на европейском континенте. Вместе с Организацией Объединенных Наций вы организовали серьезное мероприятие в Минске. Мы это очень ценим, вам благодарны за то, что международные организации доверяют Беларуси проведение подобных форумов. Но, естественно, вы должны понимать, мы это хорошо понимаем, что это нас ко многому обязывает. Ну и, как вы видите, мы стараемся соответствовать тому уровню, той степени доверия, которое мы получаем от вас, от международных организаций в плане региональной безопасности. Я хочу вас заверить, что Беларусь в этом направлении будет всегда следовать, и вы в лице нашей страны всегда получите хорошего партнера, на который можете опереться для укрепления мира и безопасности.